Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас, секундочку. Так меня слышно? Распишите, пожалуйста. Да, слышно. Ага, все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, утешитель Дух Истины, везде сущий весь мир и наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас и очисть нас от всякой скверны, и спаси благи наши души. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши. Имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и силы, и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ибо не находя себе никакого оправдания, мы грешные приносим Тебе, как владыки, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся нас чрезмерно, не вспомни беззаконий наших, но склони на нас взор Твой и ныне, так как Ты милосердный, и избавь нас от врагов наших. Ты ведь Бог наш, а мы люди Твои. Сидела руку Твою, и имя Твое призываем, и ныне присно во веки веков. Открой нам, благословенная Богородица, двери милосердия Божие, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились с Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, подобуй меня даже в час и доспехи. Прости мои грехи, я что творил все день, делом, словом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. Дай мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, но восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего и по переборище мои роги плотские и бесплотные. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, скверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое есть царство и силы и слава во веки. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам совершенцы Иисусе Христе, многие ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся не раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой ходец, не предашь мне кромоли змеини и желание сатанину не оставь во мне, яко семя Ты во мне есть. Ты, любо Господи Божий наш поклоняемый, Царю святый Иисусе Христе, спящим я сохрани мерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветилось и Твои ученики. И дашь мне, Господи, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, посвяти ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью Христа Твоего, сердце чистотой словесе Твоего, тело мое Твое страстью бесстрастное, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твоего словословия. Яко препрославленность с безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь.
Господи, Боже наш, все, в чем я согрешил, день сей словом, делом, помышлением, как добрый, человеколюбивый, прости меня, дай мне мирный, безмятежный сон. Пошли твоего ангела-хранителя, укрывающего, сохраняющего меня от всякого зла, потому что ты хранитель наших и душ и тел, и тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Которого веруем, имя Которого чаще всякого имени призываем, дай нам ко сну отходящим уснуть, отдых души и телу, и сохрани нас от всякого мечтания и скверного пожелания. Умиротвори волнение страстей, угаси плотское пламя. Дай нам целомудренно пожить как в словах, так и в делах, чтобы мы, усвоив добродетельную жизнь, не отпали от обещанных тобой благ, ибо ты благословен во веки. Аминь. Господи Боже наш, ты благи человеколюбивый, прости мне, в чем я согрешил сегодня, словом, делом, помышлением. Дай мне мирный безмятежный сон. Пошли твоего ангела-хранителя, укрывающего меня от всякого зла, потому что ты хранитель наших душ и тел, и тебе славу возносим, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, не лиши нас небесных твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил, умом или помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого невидения, забвения, малодушия и бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, освети мое сердце, омрачи лукавыми желаниями. Господи, я как человек согрешил, ты же как Бог щедрый, помилуй меня, ведь немощь души моей. Господи, пошли благодать твою в помощь мне, да прославлю имя твое святое. Господи Иисусе Христе, впиши меня, раба твоего, в книгу жизни и даруй мне благую кончину. Господи, Боже мой, если я ничего доброго не сделал перед тобой, то даруй мне по благодати твоей положить начало благое. Господи, окропи сердце мое росой твоей благодати. Господи, небо и земли, помяни меня грешного, раба твоего, скверного и нечистого во царстве твоем. Аминь. Господи, приняй меня в покаянии. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы и память смерти и умиления. Господи, дай мне мысли исповедать грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, во мне корень благ, страх Твой в сердце моем, утверди. Господи, сподоби меня любить Тебя всей душой моей и умом моим, и всем во всем творить волю Твою. Господи, защити меня от злонамеренных людей и от бесов и страстей, и от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знай, что Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя во мне грешна, потому что Ты благословен во веки. Аминь. Благого Царя, Благая Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы прочее время живота моей, жизни моей, я провел беспорочно, и Тобой обрел бы рай, Богородица Дева, едино чистая и благословенная. Ангел Христов, хранитель мой святой, покровитель моей души и тела, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не прогневал я Бога ни в каком грехе. Молись за меня грешного недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости и милости всей Святой Троицы, и Матери Господа моего, Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. В руки Твои, Господи Иисусе Христе, предаю дух мой, Ты ж меня благослови, Ты ж меня помилуй, живет вечной даруй мне. Аминь. Огради меня, Господи, силу честного, животворящего Твоего креста, сохрани меня от всякого зла.
Да воскреснет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящего, як исчезнет дым, да исчезнет, як оттает воск от лица дня, так и да погибнут весь от лица любящих Бога, знаменующихся крестным знамением, веселье глагольщих, радуйся, причестный, и же говорящий крести Господень. Прогоняй, беси, силу тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, вошедшего и попрашивая силу дьяволю, и даровавшему тебе крест твой честный, на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господне, помогай мне, Святой Госпоже Девы Богородице, и со всеми святыми во веки. Аминь. Господи, благослови на чтение Святого Писания. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Так, Матфея, какая глава, 5, по-моему, или 4? Шестая. Шестая? Все, читаем 6. Это Нагорная проповедь идет. Смотрите, не творите милости вашей перед людьми, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца нашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно, истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делать правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед ними. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайну, воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своим будут услышаны. И не употребляйся им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на небе, как на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец Небесный, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Так же, как поститесь, не будьте унылы. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимся. Истинно, истинно говорю вам, что они уже получат награду свою. Истинно говорю вам. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящий не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте все сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте все сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. И где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который по тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи, тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они сеют и жнут. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботится, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботьтесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут.
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы же паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, правду Его, и все, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Книга Сирахова. Какая глава? Последняя была. Наталья Усатая здесь есть? Нет уже. Так, ну ладно, сейчас тогда выберем. Тогда пятую. Сын мой, не отказывай в пропитании нищему, не утомляй ожиданием очей нуждающихся. Не опечаль души алчущей, не огорчай человека его в скудости. Не смущай сердца уже огорченного и не откладывай подавать нуждающимся. Не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, не отвращай лица твоего от нищего. Не отвращай очей от просящего и не давай человеку повода проклинать тебя. Ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя, сотворишь его, услышит моление его. В собрании старайся быть приятным, пред высшим наклоняй твою голову. Преклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково, с кротостью. Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. Сиротам будь как отец и матери их вместо мужа, и будешь как сын Всевышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, и ищущий ее с раннего утра исполняется радостью. Обладающий ее наследует славы, как куда бы ни пошел, Господь благословит его. Служащий ей служит святому, и любящий ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь. И будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его. Это все речь о премудрости, о мудрости. И откроет ему тайны свои. Если он обратится с пути, она оставляет его и отдаст его в руки падения его. Наблюдай время и храни себя от зла. И не постыдятся за душу твою. Есть стыд, ведущий ко греху, а есть стыд славы и благодать. Не будь лицеприятен против души твоей, и не стыдись ко вреду твоему. Не удерживай слова, когда оно может помочь, ибо в слове познается мудрость и в речи языка знания. Не противоречь истине, и стыдись твоего невежества. Не стыдись исповедовать грехи твои, и не удерживай течение реки. Не подчиняйся человеку глупому, и не смотри на сильного. Подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя. Не будь скор языком и ленив, и не ради в делах твоих. Не будь как лев в доме твоем, и подозрительный как к домочадцам твоим. Да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатию при отдании. Слава тебе, Боже, слава тебе. Интересно, вот про мудрость, да, сказано? Вот тоже, допустим. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, то есть мудрость, и наведет на него страх и боязнь. То есть, если... И будет мучить его своим водительством, мудрость.
доколь не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Так. Семикратная молитва, стопоклонная. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Авва, Отче, услышь молитву нашу. Прости меня грешного и помилуй. Тайные и явные в уме и в помышлении, в последней жизни, великие и малые грехи мои прости. Соблазн, который подал и нигде я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, который Ты мне дал веру Твою святую. Даруй мне, Господи, страх Божий и ожидание суда Твоего. Благодарю за день, в который Ты даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Владычественная Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, сколько Ты всегда меня защищаешь, покрываешь от позора, от меча, от глада, во всех путешествиях. Ты всегда меня спасала, Матерь Божия, благодарю Тебя. Хвала Господу нашему Богу, за ходатайство Девы Марии, за род человеческий. Матерь Божия, покрой меня, омоформ любви Твоей. Дивное заступство наше, Дева Мария, и Святая Богородица, спаси нас. Святые Ангели Божии, хранители мой святой, моли Бога мне грешь. Добрый ангел, сколько лет ты защищаешь меня от невидимых злобных духов, которые могут убить меня сразу. Без покаяния отпусти из жизни, в транспорте и всюду ты хранишь меня, ангел мой. Но благодарю тебя, что никогда не даешь мне отчаяться в спасении. Не при смерти не покинь мою душу и проведи, ангел мой, на мытарствах ее и веди в Царство Небесное навеки. Аминь. Господи, молю Тебя, благослови народ Твой еврейский, чтобы приняли Сына Твоего, Иисуса Христа, как Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский и все народы, да обратятся к Тебе и изменят жизнь свою. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи меня жить в бедности и быть благочестивым и довольным, и довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правду Его, и не бояться начальствующих грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. И устать верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, Илии, Варфоломея, Кирилла, митрополитов, епископов, Феофана, Сергия, Анастасия, Пармена, Игнатия, священников и диаконов, отца Иакима, Владимира, Алексия, Дмитрия, Артемия, Геннадия,
Андрея, Георгия, Александра и тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш, спаси их и помилуй. Святитель Христов, Никола Мирликийский Чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу. Скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Молим, святитель Николы, молим Тебя, защити всех наших братьев. Ходатайся за нас перед Богом, дабы нас не постигла никакая несправедливость. Ибо Ты при жизни всем помогал. И мы Тебя молим, ходатайся за нас перед престолом Всевышнего. Благодарим Тебя, Отче Николы. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра, Неме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафоний, Захарий, Малахий, Давид, Нафан, Даниил и Отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за дивных пророков, которые движимы Духом Святым, языки записали и сохранили слова для нас. Исполни Духом Твоим, Святым, Церковь Твою, дабы день прихода и нашего отшествия не застал нас спящим, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры, сосудной полной лей добрых дел, содеянных Духе Святом с любовью. Господи, молим Тебя об отце нашем духовном Игнатии, отце Якиме и всех братьях общин, Игоря, Владимира, Сергия, Надежды, Инаху, Нестора и всех братьев, участвующих в молитве, Галины, Натальи, Валентины, Евгений, Екатерины, Павел, Павла, Сергия, Вячеслава. Спаси, Господи, помилуй. Аллилуйя. Святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолы Божии предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк и Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Владимира и Владимира, Рустама Рамзана, Эрдогана Дональда, Дмитрия, и да продлится еще мир. Господи, определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе. Да будет воля Твоя, Господи, и на нас грешных. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин Философ, Косма Демьян, Андрей Сартилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкийский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святой царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф Борис Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, и малые дети, чтобы искренне верили в Тебя. Гони их в искушениях, не допусти до принятия антикшества печати, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Великие учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий и Сергий Радонежский, Стефан Пьевский, Серафим Саровский, святитель Феофан, святитель Игнатий, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет Московский и все переводчики Священного Писания, молите Бога нас. Да помил, спасет Господь нас, да дарит нам исследовать, жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомучец, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Юлия, Киприяна, Евтина, молите Бога нас. Даруй, Господи, послушание и молчание
и целомудрие, и стыдливые жены и девы, и сохрани их от поруганий и нападений добрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, молим Тебя о всех врагах и гонителях наших, или кто что плохо против нас сделал или сказал, или иное кое зло сделал, Господи, не вменяем грех, ибо не ведают, что творят. И на суде, Господи, не вменяем это. И наши сердца, Господи, размягчи к ним. Сделай, обрати врагов наших к нам, чтобы на пользу пошло и им, и нам. Господи, да будет воля Твоя святая. Обрати от ложного пути всех заблуждающих еретиков. Лейсан Гульнас, Вячеслава, Алену, Сергия, Наталья, Александра и всех наших близких и родных, всяких заблуждениях пребывающих. Изгони их из них злобного духа и спаси их и помилуй, Господи. Аллилуйя. Укрепи, Господи, сердца наши. Разъедини нас, Господи, с миром, чтобы мы не дружили с ним. Но соедини, Господи, с собой. Господи, сделай так, чтобы никто не похитил нас из руки Твоей. Молим Тебя и благодарим, и славим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодарим, Господи, за сей день, за то, что мы собрались на молитву. Ибо Ты это собрал, ничего мы без Тебя не можем делать. За все Тебя это благодарим. И славим Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Господи, прими и нашу молитву от всех тех, кто заповедал и не заповедал нам о них молиться. Спаси их и помилуй. Господи, говори, слушает и слышит рабы Твои. Благослови. Аминь. Ну все. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Благодарю всех. Аминь. Аллилуйя.